первые 9 месяцев этого года за решеткой оказалось 433 нарушителя дорожного движения. Такое суровое наказание можно заслужить в том случае, если допустимая скорость превышена более чем на 40 км в час, водитель был в состоянии алкогольного опьянения или сел за руль и вовсе не имея прав. Максимальный срок ареста за такие преступления может составить до 30 суток. Но чаще всего нарушители отделываются несколькими сутками ареста. За тот же период прошлого года в тюрьму за нарушение правил дорожного движения сел 291 нарушитель. В основном это, конечно, полиция делает ходатайство, чтобы суд назначил арест нарушителю при вождении, если водитель превышает уровень алкоголя в выдыхающем воздухе, или же это не скоростное нарушение в большом мере скоростного режима, или если водитель не останавливается на сигнал полицейского. Примечательно, что в этом году сократилось число штрафов, которые назначаются за нарушение правил дорожного движения. В этом году было выписано 66 850 штрафных квитанций, тогда как в прошлом году нарушители штрафовали 73,5 тысячи раз. Если говорить о сумме штрафа, то в среднем по Эстонии она составила 108 евро. Однако по сравнению с прошлым годом сумма среднего штрафа выросла на 10 евро. А вот водительские права за нарушение правил дорожного движения стали отбирать реже. В этом году 2054 водителя временно лишились права управлять автомобилем, тогда как в прошлом году число жителей страны с приостановленным правом вождения машины составило 2,5 тысячи человек. А вот портрет нарушителя правил дорожного движения с годами не меняется. В основном те, кому назначили судом арест, это мужского пола водители. И большая часть из них те, которые водили машину в нетрезвом состоянии. А возраст какой? Ну, возраст и есть в основном молодые и уже постарше, там, да, за 40, 35-40 лет. Полицейские подтверждают, что автоматические камеры, установленные на оживленных перекрестках и некоторых трассах страны, приносят огромную пользу. Они не только помогают находить нарушителей, но и оказывают психологическое воздействие. Статистика показывает, что водители сознательно снижают скорость в тех участках, где установлены камеры наблюдения. Впрочем, полиция призывает людей следовать правилам движения не только там, где вас могут остановить и призвать к порядку, а сделать осторожную езду образом жизни. Мария Юферева, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.